Итак, дорогие друзья, следующая наша часть, мы переходим непосредственно к лопаточной зоне, да? Вот, вспоминайте, чем мы закончили прошлое движение, да? Мы растянули позвоночник, так вот, достаточно сильно, да? И как бы вот на этом завершили, да, растяжку. Плавно, вот еще раз повторяю, филигранность вашей работы будет тогда хорошая, когда вы соблюдете некоторые нюансы. Не разделять отдельно одно движение другого. То есть вы плавно из одного переходите в следующую зону, да? Зоны не разделять. Движения ваши не разделять, приемы не разделять. И также у вас должно быть мастерство в том, что надо как-то вот научиться, это только с практикой происходит, делать одновременно и сильно, и мягко. Просто у некоторых получается либо только сильно, грубо так, а у некоторых только мягко. А надо вот как бы вот этот баланс соблюсти. И уже по консистенции ткани человека, вы смотрите, где ему усилить чуть-чуть, да, а где-то поменьше. То есть это все вот в процессе так вот делается, да. И теперь смотрите, вот просто переходим, переход показываю. Из одного движения, вот мы закончили, растянули его позвоночник, да. И сразу же, вот я захватываю его трапециевидную мышцу. А если вы помните, у нас постоянно во время массажа, да, мы все время ее там подхватывали, разминали там дополнительно, да. Вот опять же. Раз, плавно захватил, а вторая рука у меня уже продолжает делать вибрацию навстречу. Захваченную мышцу мы еще раз прорабатываем уже достаточно жестко. Ну, вот вспоминайте, это вот эти вот восьмерки. Когда мы вот так вот ходили, да? То есть вот так вот, мы работали вот так. Вот они восьмерки нарисуем вокруг тела человека. Помните? Ну, сейчас мы еще будем отрабатывать. То есть это вот элемент вот этой восьмерки. То есть вот мы раз зашли, да, а тут уже сразу идем навстречу друг другу. С вибрацией. Можно вибрацию прямо сильнее делать. Вот так вот. Захватили эту мышцу. И тут же, не прерывая движение, второй рукой мы кладем руку ему на спину. Так, как нам надо. А эта рука все еще продолжает двигаться. Разминаю его, растираю, уже локально растираем прямо тут. Растираем как? Ну, во-первых, вот так вот, захватывая плечо, да, дополнительно. Во-вторых, вдоль угла лопатки, прям туда стараюсь залезть, да, по всей трапециевидной мышце, перпендикулярно, ну, волокна идут вот так вот. Понимаете, да? То есть мы перпендикулярно и вдоль волокон, и по кругу. Ну, любыми способами можно, конечно, и вот так вот разминать, но уже мы залезли глубже, да, уже перешли глубоким мышцам, поэтому я прямо с силой большим пальцем, вот основанием большого пальца, да, вот этой вот большой мышцы, прям сильно разминаю, и сразу же перехожу в локтевую технику, тут же, видите, без какого-то отрыва от тела, то есть нельзя отрывать руки. Еще один, кстати, принцип, да, успешность вашей работы. Старайтесь минимально отрывать руки, только там, если где-то там перейти, просто постелить, либо масло там налить, да, не хватило вам. А вообще, чтобы масло наливать, такие пояса продаются, там флакончики с маслом вот сюда ставите. То есть параллельно вот что-то вы сделали, да, не хватило, руку не отрываю. Ну, каждый понимает меру своей испорченности. Так, как ложить локоть? Значит, локоть надо положить, ну, можно повыше, да, чем выше вы кладете, тем больше упирает лопатка. Ваша задача ее как можно шире раздвинуть широко. Проверяли мы до этого подвижность локтя, помните, вот этим вот приемом? Да, вообще. Мы поднимали и даже, может, там потрясти, вот там, Да, да? Хороший прием, да? У меня до этого двигались лопатки, а теперь не двигаются. Крылья потренировалась. После 10 часов практики. Вот, сейчас у тебя все задвигается вообще. Прекрасно будешь чувствовать себя. Так, руку кладем мягко. Не он должен класть, а вы за него кладете, да? Мягко и вот так вот. Есть люди, у которых лопатка бывает прижата. Вообще, да, нет, нет.
Да. Вот у спортсменов, у качков, например, да, у бодибилдеров, у них лопатки вообще раздвинуты, аж вот до сюда. Там мышца сверху них... уже идет. Мышца сверху. Да, мышца сверху. У них изначально лопатка уже вот так, там особо двигать не надо, да? А бывают вот такие люди. Тогда поворачиваете локоть вот пониже, да, и стараетесь вот тут его развернуть. Вот тут, видите? Вот. То есть эта рука у вас держит локоть. В зависимости от человека смотрится, да? Вот. Прорабатываю и дохожу до локтя. Локтем делаю то же самое. Те же вот спиралевидные движения вдоль позвоночника снизу вверх, да? Если есть где-то проблемка, там, да, он вам об этом предупреждает, ну, вы увидите вот эти триггерные зоны. Чаще всего бывает здесь, здесь и вот здесь. Покажи еще раз, пожалуйста. Триггерные зоны, это зона напряжения? Да, да, это зона напряжения. Они... Ой, видишь, как лопатка сам шевелит. Йок! Запусти. С лопаткой все нормально, Иосиф? Мне кажется... Не, нормально. Ну, следующий ложится. Это нормально. Не отвлекаемся. Триггерные зоны, да, это я вам буду их рисовать. Зоны напряжения, они, как правило, всегда есть именно в этих местах. Просто у каких-то людей там по расслаблению, у каких-то по прямо комки, комки такие твердые. Самое первое, это, ну как, вот если лопатка, да, прям по центру почти получается, да. Ну, тут две точки. Одна вот идет вот сюда, мышечный тяж, вот примерно отсюда, по диагонали трапециевидной мышцы. Вторая идет вот сюда, по прямой. То есть середины лопатки, да? Примерно, да. Чуть выше уголок, чем середина, чуть выше, да. Ну, как-то если лопатку поделить, ну, не знаю, на 1/10 выше середины. Вот, вот сама лопатка, да. Почему вот так, трапеция, знаете, где идет? Да. Вот многие почему-то думают, что это только сверху. Трапеция начинается вот отсюда. Где-то от... Ну, 8-10 примерно позвонка грудного отдела, да, вот она вот отсюда идет. Доходит до сюда, крепится вокруг всей вот этой вот лопаточной зоны, вокруг вот этой вот ости, в виде клюшки, да, и ключицы. Вот где-то чуть-чуть ключицы. То есть она вот так вот заворачивается вот сюда. Вот она такая огромная мышца, представляете? Это как бы это пара вертебральной мышцы там еще стоит. Она входит, что ли, как бы? Они глубже идут. Они глубже идут, да. Она поверхностная. Ромбовидные мышцы-то, а потом уже идут вот эти. Да, ромбовидные потом, еще а ниже, да, еще ниже, да. Еще. А это сверху. То есть она получается самая верхняя. Да, самая верхняя, да. И, соответственно, у нее волокна идут, получается, вот так вот отсюда. Бодибилдеры так любят, потому что она сверху идет. Отсюда вот так вот. Треугольника. Ну, ее очень хорошо видно, вот смотрите, как можно показать. Давай, сделай так руки, как будто бы ты сдаешься. Как лягушонка. Да. И подними так вверх. Ай, фашисты, не бейте меня. Вот, сразу видно, видите, вот она идет. Не закопал, да? Да. Да, вот это трапеция, вот. И это она, вот это все она. Все, вот это ниже, кстати. Это ниже, это выше. Как ниже? А, с этой стороны. Вот это выше. Чуть-чуть, да, чуть-чуть есть. А вот смотрите, вот тут нету ничего, да? Вот тут есть такое ромбовидное широкое. Опускай сейчас руки. Вот, сухожилие. Вот такое. То есть, получается, от него идут перпендикулярно мышцы, да? Снизу мышцы идут под наклоном. Поэтому мышечные тяжи вот отсюда мы чувствуем. Здесь перпендикулярно позвоночнику, да? А здесь под наклоном, ну, примерно вот сюда, либо вот сюда. Где-то в этих местах он крепится. То есть, его можно прямо отсюда нащупать. И пройти, провести вот прямо до сюда. Я смотрю на картинке. Вторая. Есть там, да? Вторая триггерная зона вот ниже бывает, вот на углу лопатки снизу. У него вообще все нормально, тут вообще гладко, прям ребра чувствуется. А у некоторых людей там шишечка такая. Еще одна зона триггерная частая, это вот здесь. Вот так вот. Уголку лопатки вот отсюда. Сверху. Тут вообще такая вредная мышца, которая вот отсюда крепится, и вот она практически с той стороны идет до черепа. Сбоку. Она входит как часть трапециевидной мышцы, да? Но она вот очень часто бывает где зажата, забита. Третья триггерная точка, ну, четвертая получается вот тут вот. Тут прям тоже вот эта самая мышца забита, да? И место крепления, где мышца крепится, вот тут вот, тоже является триггерной точкой. Вот, это мы еще потом нарисуем.
Так, теперь смотрите, в чем движение заключается. Вот, запоминайте, плавно, да? Я его массирую, тут же подсказываю ему, что я бежу локоть сам, да? Кладу так, как мне надо, сам разворачиваю так, как мне надо. Эта рука не устает работать. Вот это вот. Да? И потом можно, разрешаю вам отдохнуть на нем, на клиенте. На крестец кладете и висите на нем. То есть у вас вот эта часть вашего тела, в данном случае левая, да, она просто висит. Коленка висит, там живот висит, да, грудная часть, вы просто отдыхаете на нем. У вас одна рука работает. Понимаете? Но отдыхая, я рекомендую еще задавать вибрацию. Вот видите, легкая вибрация. Тут именно важно микродвижение, вот эти вот покачивание тазом. Вообще проблемы в пояснице можно решить даже в домашних условиях. Просто чтобы вам кто-то дома вот так немножко покачивал. Вы лежите, там телевизор смотрите, там жена мужа, да, или мужа не, да, вот так он чуть-чуть покачивает. Либо он может лечь на пол там. Ну, вот так вот поделать. Я тоже смотрел там совет, да? Вот так вот водить. Как мне нравится. Вот так, но только не за счет мышц. Ты совсем резко делаешь. Ну, за так, счет. Ну попробуй, просто повелять, да. Ты сейчас мышцы делаешь? Я тогда прикрою, чтобы она... Ну, типа вот так. Нет, это сильно ты виляешь, сильно, сильно. Мягче виляй. Вот, да. Да, вот так, вот так, вот. Старайся, чтобы мышцы вот эти боковые тебя не участвовали. Да, я так и делаю. А вот это вот еще движение Олега, которое делает вот так вот и вот так вот делает. Так, когда вот поднимают? Да. Вот это, по-моему, тоже не расслабление? Расслабление, да. Это, ну, мы будем в третий день проходить. Ну, в принципе, да. Перед вот этими движениями манипулятивными, когда уже на таз, да, можно, да, приподнять его и немножко вот, потрясти. Так вот, вибрацию дополнительно добавить. Мягко опустить, не бросать только. Так, ну, сейчас мы возвращаемся к лопатке. Значит, вот этой рукой покачиваете, и вот тут попытаетесь поймать вот эту синхронность, да? Видите, рука все еще работает, да? Какие бы эти приемы ни делал, она продолжает работать, мягко его раскачивать. Вот, кстати, видите, я проделал вот эти приемы, локтем теперь на локоть смотрите. Захватил трапецию и приподнял ее, видите, на себя. О, еще раз. Руку продолжаю покачивать, теперь лопатку отвожу в сторону, не хватает, да? Значит, это локоть пониже, оп, и еще раз в сторону, и вот тут могу пройтись. Вот смотрите, насколько она сразу приподнимается. А нужно создавать все-таки трение, да, или маслицем побольше? Что правильно? С маслицем или без? Это все индивидуально, вообще масла нужно столько, сколько вам комфортнее, да. Если человек волосатый, конечно, масла надо побольше давать. Если кожа сухая, то тоже чуть побольше. Но тут масла хватает, на самом деле. Трение больше, да, возникает. Так, ну давайте сразу до конца покажу весь эту зону, да, потом будем отрабатывать, чтобы просто не прерываться. Так, потом, смотрите, вот я продолжаю качать, да, захватываю еще раз мышцу всей своей рукой, трапециевидную, и большим пальцем, видите, приподнял ее еще раз. Проходимся дальше по точкам, резинтригерные точки, которые я вам сейчас показывал. Они, это акупунктурные точки, они часто совпадают именно с триггерными точками. Ну, не всегда, но часто попадают. Поэтому смотрите, как минимум мы определяем вот на вот этой прямой, да, как минимум три точки, где крепится середина и вот здесь. Видите, мы больно в этих местах. Вот тут совпадает с уголком лопатки, тут небольшой такой хрящик есть. Тут вот очень больно бывает. Давим, соответственно, в него. Но давить, я вам рекомендую не просто давить, а с вибрацией, как в шиатсу делают. То есть как бы туда ввинчиваясь и увинчиваясь. Так, немножко туда вот раз и назад. А в шиатсу так делают, да? Я не знаю, просто. Ну так, да. Это техника из шиатсу. И, соответственно, точки мы проходим как минимум вот так. Три, да? И вот так вот их. Вот так как раз, два, три, четыре, пять. Что есть? Блин, вы сейчас. Не отвлекайтесь. Вот, смотрите. Как минимум, получается, 4-5 еще нажатий вот тут. Да? Проходим, раз. Ну, давайте я еще раз показываю. Не отрываюсь от этого движения. Да? Раз, два, три, четыре.
под лопятку. 5, 6, 7, 8. И вот уже сама лопатка уже начинает уходить. И теперь еще вибрационное движение мы запускаем кулачком вдоль всех волокон вот этой трапециевидной мышцы. Вот и конкретно с ней работаем. Да? То есть прямо отсюда вибрация вот так вот в лопатку. Отсюда вибрация в лопатку. По всем вот этим волокнам. Видите? И отсюда. Прямо в лопатку двигаю. Вот. Считаем, что с лопаткой мы справились, да? И заключительное движение. Мы вводим кровь вот туда. И лимфу вот туда, под мышку. Вот туда. Ну, кстати, вот эту вот мышцу, крыловидная, она же широчайшая мышца спины. Ее тоже можно вот отдельно. Про нее, кстати, очень многие забывают почему-то. Мы еще не делали. Не делали, да? Вот ее отдельно можно взять, пощупать, да? Потрясти. Растрясли ее, да? Мышца большая. По ней, да, мышца очень большая, да. Да, и она как тесто, вот как раз когда показывают всякие там курсы массажные, да, или классические там тренинги, то в основном... Да, вот кольцевые, вот эти вот, или там S-образные. Все с ней работает, она очень мягкая и удобная для демонстрации. Да, да, да. Да, да. И вот мы через нее вводим как бы вот туда лимфу. Не забываем все наши движения. Ввели лимфу вот туда. Еще дополнительно можно плечо проработать, приподняв его. Приподнимаем плечо, да. И вокруг него конкретно, вот даже грудную мышцу он захватывает, да? Если, например, вы хотите побольше человеку пользу принести, но вы знаете, что не будете спереди его обрабатывать, да? То с этой стороны тоже вот так можно. Угу. И мягко положили. Заканчиваем движение легкими, вибрирующими такими движениями. Опять вибрация, опять у нас, видите, подключаем постоянно. Для межреберной невралгии вот туда. Ребра идут как у нас? Они идут под углом. Сильнее, чем я себе. Смотрите, ребра вот так идут. И вот там уже начинают подниматься обратно. Дугой такой, да? Значит, мы вдоль них проходим и обратно. Видите, такое движение? Одно в одно. Один палец в другой. Межреберная невралгия так вот тоже легко растрясается и снимается. Вот эти спазмы. Когда нерв защемило, да? Не имеет, это не только нерв, это такое общее название, туда много причин входит, да. Это может быть и защемление в позвоночнике отдавать туда, и защемление в ключице может сюда отдавать, в бок. И там нерв блуждающий есть, и сердечная мышца тоже может отдавать в ребра. Там причин много. Даже переел человек, у него распухло желудок, тоже может прямо на ребра давить. А вот этот блуждающий нерв, он начинается, как я читал, в голове. Там 12 этих нервов. В шее, да? И он начинается со второго, по-моему, где-то. Это отдельная тема про нервы, тоже на третьем дне мы будем разговаривать. Сейчас вот просто закрепите. В заднице начинается. Да, но это все потом. Вы торопитесь, подождите, сейчас вы это все сделаем. Запоминайте очередность, а то сейчас будете переспрашивать несколько раз. То есть в конце расслабления, видите, тоже через вибрации, запомнили? Угу. Вот прямо между ребрами я вот впиваюсь и вот растрясаю их. Обоими руками стараюсь вместе делать, совместно. Ну, для завершения движения, для завершения как бы комплекса вот этого спинного, да, я просто уже растираю его вот так вот легко до конца. В конце, перед любыми манипуляциями мануальными, лучше еще раз растрясти косточки, это простучать. Любыми способами. Соответственно, как мы стучим? Кулаком сильно. Ни в коем случае не попадая по остистым отросткам, да, и промахиваясь по вот этим два ребра плавающих и почки там, да, то есть в зону мы как бы, ну, можно так постучать, да, но не сильно, тут просто как бы легонечко, а вот тут уже начинаем. Как правило, вот эти два нижних ребра, они и выбиваются, если ударить чуть-чуть. Да-да-да. Ой, ко мне пришел такой массажист, опыт свой показывал. Он мне вот эти ребра повредил, что до сих пор болит. Уже, наверное, месяца два прошло, до сих пор болит. Он говорит, у тебя проблема, тут проблема. И как начал эти ребра плавающие давить, что прямо они у меня... Мне кажется, что-то внутри царапать стали. Повернулись. Проблему увидел там какую? Ну, говорит, какой-то мышечный тяж там.
А вы тоже массаж ходите? Нет, это он ко мне пришел на работу устраиваться. И в итоге вот так вот неаккуратно перестарался, так скажем. Я не ругаю его, что он прямо вот неправильно делал, он хорошо делал. Все хорошо. Но в конкретной области не надо перестараться. Не надо тут ничего специально искать. Он очень хотел устроиться. Да, наверное, тогда устроиться очень хотел, да. Он прямо так старался. Потом такой обиженный мне говорит, ну я же старался. Я же спросил. Вот. Да, везде нужно вот именно тонкость нашей работы заключается в том, что надо вот середину такую золотую соблюдать. Да? Опять же, это приходит чувство только с чувствами пальцев ваших через практику. Давайте просто закончим вот этот прием, да, постукивание, да, значит, кулаком вот таким, прямым, жестким, да, можно, если есть какая-то проблема, он просто худенький, слабенький, да, то там прямо вот достаточно сильно бьется или в холку. Только смотрите, чтобы не сотрясалась голова. А для... Отвлекайтесь, не отвлекайтесь, пожалуйста, мы же под запись работаем. Значит, расслабленным кулачком. Следующий удар на технике. Расслабленный кулачок, он как бы не сжат. И он получается более хлесткий. Вот такой. Особенно по лицевидным мышцам можно. Потом ребро ладони вот этой частью. Третья ударная техника. Четвертая. Это пальцами. Так, чтобы они хрустели. Трещотка. Трещотка, да. Ну, послушайте, попробуйте, попробуйте, да. Расширяя пальцы шире. Вот. Я так научился это упражнение делать, что когда меня приглашали раньше эти диджеи в ночной клуб, у них стробоскопа не было, и через фонарик я вот так руками делал. Эффект стробоскопа. Вот, эффект стробоскопа. Вот сразу слышно трещоточку такую, да? Вот, потом похлопывание. Открытой ладонью. Но так немножко бывает как бы больновато, да, некомфортно. Это именно с такой медлительностью? Не, быстро, это раз показываю. Да, не очень комфортное движение, но зато очень сильно согревает. Особенно если вы до этого массаж не делали, да, но хотите сразу же ему какие-то мануальные, да, то можно прямо вот очень сильно разогреть, даже по голове, потом похлопать. В общем, везде. Это классно, кстати. Да, по голове хорошо. Рецепторы сразу срабатывают. Особенно, когда муж жену бьет, половником можно. Вот, поэтому мы заменяем руку на такую вакуумную, немножко делаем подушечку, вот, да, желательно, чтобы не было нигде дырочек, да? Лодочка. Ну, это так лодочка, а так вакуумный половник. Вот, и пальцами. Пунктирами. Да, ну, либо пунктирами, либо такой... Штрихование. Нет, целями это когда вот так вот. А это пальчиковый дождик, так называемый. Пальцевый душ. Ну, душ, пальцевый душ, да. Можно так вот просто по-быстрому. Да. И вибрации. Обязательно заканчиваем. Ну, любую зону вы сейчас увидите, мы будем заканчивать с подряхиванием и с вибрацией. Так, вот, это просто мы, получается, в один ролик сейчас записали и завершающую вот эту вот технику, да, и лопатку. Запомнили ли вы это или нет? Нет. Но сейчас будем разбирать подробнее. Просто про лопатку еще хочу указать сразу мануальную технику. Расслабляем руку так, чтобы она вот лежала спокойно, да. Вторую руку подводим под плечо. Вот она лежит. Даже можно положить, чтобы на вашем предплечье лежала. И локтем упираемся в эти мышцы, только не в позвоночник. Раздвигаю их в ту сторону. Когда проходим выше, рука сползает, под локтем висит. А этой рукой реберное сочленение. Продолжаем выдавливать. И в конце выдохнули. Вот. Олег, а вот именно в конкретном случае здесь левая сторона ниже. Как бы, ну и мышцы, и позвоночник, вот, скругленный вот такой, да? То есть техника одна и та же, как вот вы сейчас сказали, или все-таки разная? Техника одна и та же, да. Это мы опять воздействуем на реберно-позвоночное сочленение. Если рука не имеет у человека, да, или ну, там вот как, пальцы какие-то два, дребезжание, вот очень хорошо помогает, сразу вот разблокировывают вот эти вот функциональные блоки здесь. Под лопатку, вот туда. И, соответственно, все движения, как вы видели, я делал снизу вверх. Вот на этом участке я вот
по диагонали туда даем. Угу. Так, ну все, отрабатываем, начинаем работать. А вы много упустили, если не пришли к нам на тренинг. До новых встреч.